Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, сегодня у нас не вязальная тема, но тема очень важная, потому что на нашем канале в основном женщины, хранительницы очага, хранительницы домашнего уюта. И сегодня у нас в гостях фирма «Василек Ивановский текстиль». Кто не знаком с этой фирмой, я сегодня вас познакомлю. Но думаю, что уже многие делали заказы в этой компании «Василек». Посмотрите, что себе выбрала я, чтобы познакомить вас вот с этими прекрасными товарами и с этой фирмой. Все товары мы сейчас рассмотрим подробно. Я расскажу о ценах, о качестве, продемонстрирую кое-что на себе, и потом мы вот это постельное белье примерим на нашу кровать, в нашу красивую спальню. Я думаю, что спальня преобразится. И в конце ролика я это все вам покажу. Ну и, наверное, скорее всего, в другом видео я расскажу, что произошло с товарами после стирки. Потому что очень-очень хочется показать вам эту красоту. Пока товары запакованы, я вкратце расскажу, что же я выбрала. Ну, во-первых, вот такой комплект спального белья евро-1 размер. Потом к нему же выбрала вот такую натяжную простынь. Она трикотажная, мы все это развернем и посмотрим. И посмотрите, как она просто идеально подходит к этому комплекту. Я когда увидела эту простынь, я просто обомлела. То есть они не идут в паре. Это совершенно отдельные вещи. То есть комплект продается отдельно. И там, конечно же, есть простынь. Но я очень люблю натяжные простыни. И когда я пошла искать натяжную простынь и увидела именно этот рисунок, посмотрите, и посмотрите вот сюда пока на картинку, а потом я это все разверну, и мы с вами все это посмотрим. Я просто, не задумываясь, заказала дополнительную трикотажную простынь на резинке, натяжную, к этому комплекту. Вообще, я хочу сказать, что я люблю белье постельное, которое, так скажем, ну, или класс люкс, или хотя бы премиум класса. Я не покупаю дешевое белье, но почему-то люблю качественное, люблю, которое приятное к телу, которое держит форму, которое износостойкое. В общем, как-то так сложилось у меня по жизни, что у меня всегда было дорогое белье. О ценах поговорим позже, все расскажу. Потом выбрала себе вот такую красивую ночную сорочку. Вы посмотрите, кто я теперь. Night Star. И вот она, это Night Star, ночная звезда. Вот она лежит на этой сорочке. Конечно же, выбрала, давно мечтала о хороших, не то что хороших, но и хороших, конечно же, тоже, но и больших полотенцах. Посмотрите, какой размер. 100 на метр 80. Это практически, можно сказать, одеяло, я бы сказала. Вот чтобы после душа, после ванны просто вот так вот завернуться. Как раз идет холодная пора, осень, потом зима. И чтобы, приняв ванну или душ, завернуться в такое шикарное махровое полотенце и прилечь, посмотреть какой-нибудь фильм или, конечно же, повязать. Ну и, так скажем, на последние деньги лимита от этой компании я заказала вот такие вот, ну я не знаю, это называются кухонные салфетки. Но когда я их получила, в принципе, это, грубо говоря, кухонная тряпочка такая.
Но у нас это не будет тряпочка. У нас это будет салфетка. И, конечно же, назревает определенный мастер-класс. Что я хочу сделать сейчас, коль мы начали от этих салфеток плясать, давайте расскажу, что же это будет. То есть я их вот так вот сошью стык в стык и обвяжу бежевым кружевом. Или обвяжу, либо свяжу отдельно ленточное кружево, или просто какую-то кайму. И пришью потом к этим салфеткам. И поскольку мы очень любим отдыхать в парках, мы обычно берем с собой чай, какую-то еду и уходим на целый день. Вот это и будет нашей такой походной красивой салфеткой. Так что Ивановский текстиль, фирма «Василек», подбросила нам еще одну идею для выпуска нового видео, нового мастер-класса по красивой кайме крючком. Как же все в тему. Итак, мои хорошие, вот такие товары, о которых я сейчас буду рассказывать поподробнее. И вот эту ночнушку я, конечно же, примерила и потом покажу ее на себе. Ну, давайте начнем, наверное, пожалуй, с этой ночнушки. Качество превосходное. Я здесь написала цену. И мы сейчас можем посмотреть, из чего состоит эта сорочка ночная. Значит, сорочка 100% хлопок. Вот звездочка, модель звездочка. Стоит эта сорочка 287 рублей. Представляете, 287 рублей. Заказала я 52 размер и не ошиблась. Кто будет заказывать... Ну, какие-то вещи, там есть всякие домашние костюмы, халаты. Имейте в виду, что нужно заказывать на размер или на два больше. У меня размер 48-50. Я заказала эту ночнушку 52 размера. Очень красивая. За 287 рублей вот с таким кружевом. Посмотрите, какая прелесть. По-моему, превосходная цена. Что может быть лучше? И сидит великолепно. То есть это трикотажный такой хлопок, я бы сказала. Достаточно плотный. Вот сейчас светит солнышко и очень хорошо видно качество. Конечно, вот эти звездочки это просто краска. Не знаю, как выдержит стирку, но поймите, за 287 рублей я думаю, что годик-то я ее отношу. Вот давайте сразу посмотрим швы. Я ничего не меняла. Я вот буквально только что распаковала эту долгожданную посылочку. А долгожданную, потому что ждала, заказала белье на постель Милагрос, и оно отсутствовало на фабрике. Ждали, в общем, когда оно придет. Ну, в общем, у меня нет никаких нареканий вот по пришиву этого кружева. Давайте посмотрим теперь боковые швы. Все достаточно хорошо обработано. Зигзагом здесь. В общем, ночнушка то, что нужно. Очень комфортная и приятная. Но, повторюсь, нужно заказывать на один или два размера больше. Ну, давайте теперь перейдем к полотенцам. Конечно же, я заказала одно полотенце себе, а второе заказала другого цвета Лешику. Лешик выбрал себе серый цвет, а я выбрала белый. У меня, во-первых, есть белый махровый халат. И мне нравится, что это полотенце можно стирать в отбеливателе, и оно всегда будет кипельно-белым. Вообще, я, конечно, обожаю белый цвет, что в вязании, что в одежде, что в текстиле. Просто обожаю этот цвет. Значит, полотенце махровое. Узбекистан, производитель. Ну, здесь, видимо, плотность. Вот 380 грамм на метр. Это, наверное, плотность.
Цвет белый 0,6. Размер 100 на 180. Представляете, я сейчас вот, ну не сейчас, во второй части видео, когда одену это белье на постель, все это дело покажу вам, одену ночнушку и, конечно же, потом разверну эти полотенца, положу на кровать, и все это вы увидите. Пока давайте смотреть, значит, просто в упаковке. Стоит это полотенце, представляете, 1 на 1,80 м, я говорю, это одеяло, можно укрываться, 423 рубля. Ну, я не знаю, где можно купить дешевле, наверное, невозможно купить такое полотенце дешевле. Итак, второе такое же точно, та же фирма, Узбекистан, 423 рубля, но здесь цвет серый, вот вы видите, артикул 022, там 06 был, по-моему, да, 06, этот 022. Сейчас остановлю видео, просто хочется очень достать. Итак, вытащила я из полиэтилена это полотенце. Не могу сказать, что оно вот прям такое толстое, но в него можно укутаться. Махра здесь, конечно, не слишком такая пушистая. Бывают полотенца, ну, ворс, так скажем, побольше. Но все равно я довольна. Во-первых, это хлопок, это натуральное волокно. И мне нравится размер этого полотенца. Посмотрим, что будет после стирки. Но я думаю, что и после стирки оно не изменится. Итак, на самые красивые товары от фирмы Василек переходим к комплекту. Получается, к двойному комплекту. Итак, давайте начнем. Вот простыня на резинке. Она трикотажная. Фирма Василек. Стоит такая простынь 549 рублей. Кровать у нас 160 на 2. Соответственно, я такую простынь и выбрала. Сейчас распакую, и мы с вами посмотрим. Итак, распаковала я эту простынь. Видите, что это трикотаж. Вот сфокусировала. Очень похож рисунок на наши вензеля на обоях. Просто один в один. Короче, я думаю, что наша спальня просто заиграет какими-то новыми оттенками, новыми цветами. Кстати, у нас спальня тоже в бежевом таком цвете. В общем, уже вся в предвкушении, чтобы это все одеть и показать вам. Но то, что на ощупь, мне очень-очень нравится. Мягкое и в то же время плотное. Кстати говоря, у меня никогда не было трикотажной простыни. Я обычно простыни покупала, как это называется, чесанный сатин в магазине IKEA. Они тоже мягкие, но они сатиновые. А это трикотаж. Потрясающее. Просто потрясающее качество. Очень довольна. Здесь вот такая резинка. В общем, одену на кровать, все это увидите. Итак, подошли, так скажем, к самому главному комплекту. Посмотрите, какая красивейшая упаковка. Такой комплект просто можно подарить кому-то на подарок. Здесь вот липучка. Он сделан в виде книжечки. И вот так вот защелкивается. Так, давайте смотреть, что по цене и по размерам. Стоит такой комплект 2254 рубля. Но это, девочки, сатин. Вот он этот Милагрос, который я так долго ждала. Значит, размер здесь евро. Две наволочки 70 на 70, плюс-минус 2 сантиметра. Две штуки на молнии. Но наволочки мне придется переделывать, потому что у нас подушки другого
размера. Но есть машинка, я думаю, что я с этим справлюсь. Но понравился очень комплект по качеству, по расцветке, по дизайну. Поэтому его и выбрала. Дальше, пододеяльник. 2 на 2,20 плюс-минус 2 сантиметра, тоже на молнии. И простыня тоже 2,20 на 2,40 плюс-минус 3 сантиметра. Все в одной штуке, то есть полный комплект. Ой, ну как же я с простынью попала, с натяжной и с этим размером. Это просто какое-то волшебство. Ну вот, мои хорошие. Показала я вам все так быстренько, скоренько, рассказала о ценах. Сейчас все оденем и посмотрим, как же преобразится наша красивая спальня с постельным бельем «Василек». Итак, мои хорошие, одела я эту красивейшую простынь на кровать. Что касаемо размеров, четко соблюдены. Напомню, что кровать 160 на 2, такая же и простынь. Чем мне нравятся вот эти натяжные простыни, то что вот так вот заправил, вот видите, здесь резинка по всему периметру этой простыни. И она четко лежит на кровати, она не высмыкивается во время сна. Ну, то есть все четко и очень-очень удобно. И посмотрите, какая красота получается. То есть можно убирать одеяло и даже не пользоваться покрывалом. То есть настолько красивая расцветка и вот эти вот кружевные вензеля. Я просто приятно-приятно удивлена. И вот сейчас покажу. Вот такие же вензеля похожие у нас идут на обоях в нашей спальне. Поэтому все гармонично, все гармонирует и радует глаз. Ну, давайте дальше одеваться, надевать нашу красивую кроватку и будем смотреть, что будет дальше. Пододеяльник, он на замочке. Такая приятная висюлька. Все расстегивается, все работает. И все гармонирует с этой простынью. Я повторюсь, что это просто не в комплекте. Это отдельно купленная. Кому понравилось и кто хочет заказать белье и дополнительную простынь, походите там в натяжных простынях. Есть различные расцветки, и вы обязательно подберете что-то к своему комплекту белья. Так, ну и здесь, я так понимаю, простынь и наволочки. Наволочки мне придется перешивать, я уже говорила, потому что 70 на 70 у нас другие подушки. Красота! А теперь посмотрите, какая у меня идея пришла в голову. Вот эту простынь можно использовать как одеяло, когда в жаркие дни. То есть натяжная простынь, на ней спим, а этой простынью из комплекта можно в жаркое лето спать. Как-то со светом стало, вроде солнышко, а все равно в квартире немножко, конечно, свет. Ну, думаю, что вы рассмотрите. Потрясающе. Просто красота. Красота красивенная. Да? Ну и осталось мне показать две наволочки. Да, они, конечно, большие. Я буду их либо заправлять, либо переделаю на машинке. Такой же замок. Видите? Мне нужно уменьшить, у нас вот такие продолговатые подушки. Поэтому я буду вот здесь вот уменьшать. Либо заправлять вот туда. Посмотрим, как
получится. Ну вот, мои хорошие, сейчас прервемся, все это дело заправим, оденем под одеяльник. Смотри, Пуська лезет. Это Кузьма. Кузьма. Кузьма, ты, тебе нравится, да? Тебе нравится фирма «Василек»? По-моему, нравится. Смотрите, залез под простыни и хвостом машет с той стороны. Ну, Кузюлис, Мармузюлис. Смотрите, как пристроился. Укрылся. Кузьма, ты замерз, да? Итак, мои хорошие, одела я наволочку на эту подушку. И говорила, что буду перешивать. Ничего перешивать не нужно. Смотрите, как это легко делается. Вот она, наволочка, 70 сантиметров, большая, да? Вот так вот одеваем. Прячем ненужную часть вот сюда. И просто хорошенько вот так распрямляем. Все, пожалуйста, подушка готова. Мы с Лешей любим разные подушки. Моя такая вот почти плоская, могу спать вообще без подушки. Ну, а Лешина подушка, там уже у нас обновление, обновка. Проверяют. Пусечка, как тебе? Хорошо с текстилем, Василек? Пусильда, я думаю, что ей нравится. Так что ничего делать не буду. Нужно будет одеть наволочку на большую подушку, значит, пожалуйста, одеваем на большую подушку. Нужна маленькая подушка, вот так вот заправили, и все, больше ничего не делаем. Ну, а про эти полотенца мы тут переснимали с Лешиком, не помню, говорила я или нет, но в них можно спокойно укутаться. То есть вот так вот вышли из ванной или душа, укутались, чем вам не туника, красота, просто прелесть. Мои хорошие, я даже не знаю, какой товар мне понравился больше, но рекомендовать могу все товары, просто все. Я очень благодарна спонсорам этого проекта, фирме «Василек». Рекомендую. Цена-качество просто превосходное. Полотенце, помним, 400 с чем-то рублей, но пусть 500 рублей. Для такого размера это, я считаю, и для такого качества совсем-совсем недорого. Ну и сатиновое белье за 2500. Такой комплект тоже, я считаю, очень приемлемая цена. Ну вот, мои хорошие, познакомила я вас с прекрасной фирмой «Василек». Видите меня в новом образе, который не стыдно показать. То есть это ночная сорочка, но она воспринимается как домашнее платье. Что вам все понравилось. На этом буду заканчивать свое видео. Заходите в магазин, побродите, посмотрите. Товаров очень много для деток, домашняя одежда. Для кухни очень много тоже текстиля всякого. В общем, я думаю, что вы останетесь довольны. Ну, а я буду с вами на сегодня прощаться. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.